Всем привет, ребята! С вами я, Андрей. Сегодня у нас будет обзор на такую вот машинку ВАЗ-2106 Жигули от технопарка, которую я поставлю на свой макет, который там уже, там у меня есть уже автобус, гараж и пожарка. Сейчас будем ее распаковывать. Все, вот я снял коробочку, и вот так эта красавица выглядит. У нее дверки открываются, и даже багажник открывается. А капот? Капот, похоже, не открывается, либо реально не открывается. Вот так вот она так выглядит, такая синенькая. И я сейчас буду ее откручивать и посмотрим на нее. Ну все, я ее открутил, и теперь вот мы на нее можем посмотреть. Она очень красиво выглядит, ну довольно красивенько выглядит. Так, какие у нее колесики прикольненькие. И какой у нее перед. Даже номер, хотя это не номер, а написано, что это за тачка. Да, у нее нет номеров, но мне это не отменяет. Она, у нее открываются двери, давайте заглянем в салон. У нее есть в салоне руль. Короче, все как в жизни. Багажник открывается. И в багажник даже можно что-нибудь положить. Я даже не знаю, пока что можно положить, но что-нибудь маленькое. Например, какие-нибудь комочки бумаги или что-нибудь. Так она выглядит. Очень красивенькая. У нее инерционный механизм. Такой вот. И она мне очень нравится, прикольненько выглядит. И далее я вам расскажу про свой город. Она, я ее поставлю на макет сегодня, и который я вам пока не покажу. И она будет играть там роль такси. Потому что изначально я хотел купить такси, но так как ее не было, я купил вот ее. И решил, что она будет играть у нас роль такси. Даже несмотря на то, что она синего цвета, а не желтого. Вот. А далее по поводу вот этого бумажного автобуса украинского ЗАЗа. Он не будет уже как городской автобус. Он будет стоять у меня на макете, будет музей автобусов. И там я поставлю еще ЛиАЗ-5256, ПАЗ-3205, какой-то там украинский автобус, по-моему, Богдан, или как он там называется, и НИФАЗ-5299, старенький. Вот. А вот эта машинка будет у меня как полноценная машинка на макете. Также я вам сейчас покажу, какие у меня еще есть машинки на макете. Вот это аварийная служба, которую я, кстати, которую даже не я, а мне покупали около 6 лет назад. Такая аварийная служба, которую я использую как пожарную. И из всех тачек у меня на макете пока только вот эти. Еще я там выведу один автобус и еще один троллейбус. И будет еще у меня в городе музей метро. Вроде про вот эту красавицу я рассказал все, что хотел. Про макет тоже. И на этом, думаю, буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.